Просто да, техническое это копирование не очень было. Я обязательно посмотрю. Посмотрю книжку. Ну да, ну она здесь. Вот, в интернет-магазинах, я думаю, есть. Я в основном так пользуюсь, потому что книжных магазинов. Вот я сейчас попал в книжный магазин, я не знаю. По-моему, последний раз я был на презентации в декабре 2010 в книжном магазине. Вообще в целом, да? Все, да. Вот я сейчас попал в книжный магазин, посмотрю, что. А там все через интернет. Все через... Из таких, как вы из Гиннии, будете вообще из интернета. Так, Макс, ну у тебя же есть рассылка-то через интернет, наверняка. Из бота будете вот так пересылать друг другу сообщение. От бота к боту. Не, ну подожди, ну ты же ведь интернет-рассылкой тоже занимаешься. Это, кстати, очень удобно, когда вот в книжном магазине... Это очень удобно. В книжном магазине Москва пропадет просто целый пласт. Как вот конюхи исчезли, конезаводчики. Да были вообще очень тонкие. Ну да, Форд виноват в том, что вы сейчас для конюхи. Я все думал, кто же виноват-то, точно. За тех, кто вот... Лень виноват. На машине ты как удобно ехать, там жарил и жмешь. Да, только бензин, так сказать, подливай. Виноват лень, лень, видите, прогресс, лень. Зато конь, хотя тоже, догрев сидеть. Ладно, я сейчас не разгрелся. Да, а все идем. Все руки спить, а круг. Вот сейчас вот просто смотришь, и то хочется, и это хочется. Не, одну книжку я все куплю у вас. Вы извините, я. Ну же давайте через интернет. Давайте будем сохранять чистоту. Если все через интернет, то не надо. Вот. Я все через интернет. Не через... Нет, вот все через интернет надо. Через интернет надо все обязательно. Нет ее в интернете, значит не надо ее читать. Зачем?